В Афипском отметили День молодежи. На праздник перед Домом культуры собрались жители района. Их ждали призы, конкурсы и развлекательная программа. Работали тематические площадки, фотозоны и настольные игры. Глава района Андрей Дорошевский поздравил всех с праздником. Молодежь, что я желаю всем вам. Верьте в свои силы, дерзайте, будьте настойчивы. Ну а старшее поколение, мы все вам поможем. Поэтому все зависит от вас и все в ваших руках. С праздником, с Днем молодежи! Активную и неравнодушную молодежь наградили благодарственными письмами. Эти юноши и девушки инициативны, помогают другим, стараются на благо района. Большим подарком для всех гостей стали выступления районных артистов. Кульминация праздника – пенная вечеринка. Под громкую музыку взрослые и дети танцевали и веселились в больших клубах пены.